По-хорошему, я бы хотела призвать совершенно к другому. Не уезжать. Бедных они не могут встать и уехать. Знаете, что должны сделать нет, ваши 20 денег. Миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой, встать и совести своей задать вопрос. Не ругать нет, простите, структуру. Их не устраивает, это они живут ниже прожиточного минимума, у них доходы. Так пусть они работают, простите, не курят на заваленке бычок. Пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний? Почему мы не можем винить сами себя? Пенсионер отработал 50 лет, ему повышают пенсионный возраст. Хорошо, а что сделать? А пенсия 11 тысяч, это в лучшем случае. Ну и что? И почему в этом виноват президент? Вы мне объясните, а пожалуйста. А кто виноват в этом? Человек работал всю жизнь на заводе, трудился там просто с утра до ночи, а потом выходит на пенсию, и у него пенсия 11 тысяч. Вы как знаете, кажется? Это не самая большая проблема в нашей стране. Так. И я не считаю возможным вообще, в принципе, обвинять нашего президента, потому что каждый раз происходит то теракт, то кого-то убили, то стране чинят препятствия. И ему одному отдуваться за все, за все. Да. Руси, слава богу. Дураков лет на 100 припасено.